Проблемы автострахования и предложений по их решению. На специальном брифинге в пресс-центре издания «Комсомольская правда» Саратов эксперты рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются водители при получении полисов ОСАГО и затягивании страховых выплат. Председатель комиссии по развитию ЖКХ и дорожной инфраструктуры областной общественной палаты Евгений Лузановский рассказал, что ситуация сложилась не просто так. В этом были заинтересованы страховые компании. В итоге люди месяцами, а то и годами не могли получить страховые выплаты, которые компании пытались занизить. В отчаянии водители были вынуждены обращаться к автоюристам. Изучив проблему, общественники предложили прописать штрафы за неоказание услуг по автострахованию. Контроль за наличием и подлинностью полисов ОСАГО усилили и в областном ГИБДД. Появилась электронная база РСА, и мы, как сотрудники ГИБДД, теперь будем проверять наличие полисов ОСАГО, либо отсутствие таких полисов по соответствующим ресурсам и устанавливать, нарушает водитель правила дорожного движения или нет. Еще одной поправкой в системе ОСАГО стало введение повышающего коэффициента. То есть при оформлении полиса будут учитываться все нарушения правил дорожного движения. Чем их больше, тем дороже полис. Для злостных нарушителей стоимость ОСАГО может подорожать более чем в 3 раза.